Привет, мои хорошие, мои любимые. Я перешел в вип-палату. Мелкими с этими шагами перешел. Очень красиво. Тут сейчас вам покажу так. Компактная, горячая вода, туалет. Я сходил в туалет, нормально все. Включил кондиционер сейчас. Цветочки забрал, кстати. Цветочки и медведя такого положил на подушку. Ноги, конечно, болят, ребята, когда вот иду. Вся вот эта часть болит, особенно нижняя. Ну вот, сейчас покажу палату. Смотрите, это вход. Вот, тут есть ключик у тебя свой личный. Ты закрываешь. Вот. Тут дверка такая. Открывается. Тут есть все необходимое. Свет. Вытяжка работает. Потолок, бойлер. Вот зеркало. Раковина, туалет, душ. Горячая вода, все включено, не надо там, ну не в смысле, он инклюзива, как бы включен бойлер, мусорка, все хорошо, чистенько. Здесь микроволновка стоит, можно пользоваться, включил кондиционер. Тут иконки, такой иконостас. Вот эта тревожная кнопка, если тебе плохо. Это светильники включаются, чайник, телевизор. Вот мой холодильник. Вот у меня тут вода, банан, там актимель, сок. Морозилки. О, мороженое. Мороженое, кто-то забыл. Ням-ням-ням. Это лед. Это после операции ложат лед на живот, кому надо. Вот два стула. Это Мила сегодня рыбку мне принесла, она ее протушила. Колина говядина. Вот, потом шкаф вот с этой стороны. Можно вещи все повесить, там одеяло, подушка дополнительная. Вот такая стеклянная дверь. Вот она, если она при желании она высовывается полностью, закрывается, если тебе надо. Или шум, или что-то такое, вот она закрывается. Ай, тяжело ее совать. Вот постель. Ну, в общем, столик, телевизор. Я думаю, должен работать. Сейчас включу. Интересно, где тут от телевизора? Philips. Наверное, вот это телевизор. Philips написано. Показывает что-нибудь мне. Я не понимаю, как пользоваться тюнером и телевизором вместе. Philips. О, работает. Прекрасный звук, надо сделать погромче. Вот. Ну что тут еще есть? Стол письменный, тумбочка. Вот это сказали кнопка, сам Вэл. Смотри, говорит, это кнопка. Тут где-то есть кнопка такая. Это, говорит, не светильник, это кварцевая лампа. Для кварцевания, говорит. Потому что вот он. Потому что тут одна была, включила. Знаете, включила, думала, что ночничок. А лампа кварцевания вот так работает, видите? Вот это кварцевая лампа. Этому не пользоваться, надо выходить, включать на 20 минут. И оно тогда... Нет сигнала написано. Сейчас я хочу поесть мелиной рыбкой. Она мне вилочку дала запечатанную. Наверное, старинного сервиза, Мила. Это точно запечатана вилка, еще не пользована. Полностью запаяна. Я руками сперва себе мясо это. Сейчас схожу в душ, хоть ниже пояса помоюсь. Хорошо, птички поют, ребята. Чирик-чирик. Мужчина, он через женщину на коляске лежала. Отдыхаю. Красиво. Ой, спасибо. Уже на карточке что-то написано? Отдадите мне руку. Ага. Только... А что вам прооперировали? Да грыжа. Ой-ё. Ага. Тяжелое поднимать не надо было? Ну, тоже, да. Ё-моё, когда спасибо. Выписывают?
Да, не знаю, может, на следующей неделе. Я понял. Спасибо. От кого это неизвестно? От кого неизвестно, ну, с Днем блогера поздравляю. О, спасибо. Да, все, выздоравливайте. Спасибо большое, да, всего хорошего вам. Спасибо, здоровья. До свидания. Боже, як приятно. Бачите, не всі матюкають, а люблять. Дивіться, з Днем блогера. А хто це, інтересно? З Днем блогера тебе. Ну хто оце, інтересно? Мене смішка, я сплю. Смотрите, що тут. Він з Мараулі. А я лежу. Шопу чухи. Всіх заходи. Та ні, ну я не чухав, це я так придумав. Ой, що ж тут інтересно. Смотрите. Ой. Зараз не можу встати. Мілка шоколадка. Мілка. Мама казала, мілка, да мілки йдеш. Ну це друге діло. А то накинулись на мене роженіці там отчайні. Гавкають і гавкають своїми родами. Нормальні кіта. Роди – це природа. А це болезнь. Є, звісно, сложні роди. Но я в цьому не винуват, я сочувствую. І не кажу, ой, ну і що, що ти рожала? А если у людей пересадка печени, отходят полгода, это, я же не говорю этого, так вот у каждого своя болит, поэтому надо уважать чужую боль. Тогда я гавкать не буду. А так буду гавкать. Кто сильно гавкает, идите туда на голубятни. Вот то, кто как родильные станки, там себя в грудь бьют своими, я же детьми, я же матерью. Вот туда идите в голубятню, лягайте ноги, раздвигайте и выпердуйте. И выпердуйте. Ой, сейчас швы, блядь, разойдутся. Да-да. Посетители, принимаем? Ой, привет. Привет, давай знакомиться. Привет. Блинчики. Ой, не боже, знаю, Даша, можно? Спасибо большое. Я Юлечку внизу светла, говорю, соп, Юля, можно? Тут, да? Она ждет Колю, сейчас пойду. А-а-а. А я говорю, я быстро. Ой, чтобы... спасибо большое. А мне вот только что принесли тоже что-то такое, курьер принес прям сюда. Ну ничего, тяпнешь вечерком. Ну не, там никуда. Как чувствуешь? Себя. Болит, зараза. Болит? Болит, да. Ну лежи, не торопись домой. Ну, вот говорят, если увидел, ты домой, лежи, чего? Ну говорят, что операция один день и домой, что за бред? Да еще... ну нет. Он мужчина с прошлой среды лежит, мужчина. Конечно, я вот смотрела, видел, ты лежишь, дядька лежит. Да. Я спасибо просто тебя очень давно смотрю, думаю, спасибо, а я тут работаю, думаю, ну я себя в жизни не прощу, если спасибо, я буду знать. Спасибо, давай поцелуем. Да. Спасибо большое. Ну, ты вообще другой, чем на видео, спасибо, честно. Да. Я сегодня думала, хуже, чем лучше. Нет, во-первых, я думала, ты выше. И ты вот толстый, толстый. А то я сгорбленный. Я еще выше. Ну, а что врачи говорят? Сколько еще будешь? Ну, врач говорит, просто у вас, говорит, вам больно, говорит, я понимаю, что вам страшно. Там, ну, я же перевязку не смогу сделать. Угу. Надо или сюда ездить, или чтобы медсестра приходила. Он говорит, ну, вот когда почувствуете, что вот нормально уже, угу, вам тогда уходи. Сидеть, клацая в телефоне. Юля, не выгнал. Это я хочу показать, что мне прислали тут шоколадка, Милка, фисташки, и такое печенье. Коля с Юлей приехали. Как вам моя палата новая? Хорошая. И в холодильнике. Ой, вообще тяжело ходить, все болит, аж сердце болит. Тут, смотрите, оливки. Вот такой сыр. И бутылка вина. Эта девочка тут работает, пришла, принесла йогурт и воду. Коля сок привез от Светы, да? Лены. Лены, это я забываю. Лимонад. Лимонад и вишневый. Очень вкусный, Лена, спасибо. Лена, что Коле помогала садить там розы, мы перекапывали, я показывал. Курьер прям сюда пришел. Принес мне. Я покупался. Тоже ужасно себе помыл волосы. Фу, везде помылся так аккуратно. Я что, я там что? Заправляю мороженое? А? Где? Пицца какие?
Иконостас. От иконки. Боже Матерь. То есть на кроватке он умирает, и Боже Матерь склонилась. Иисус Христос. Фу. Коля каже, Томас не хоче їсти. О, той корм, да, опять уже не хоче їсти. А чого? Ти його вже дав, да? І ти потім дав про план. Не треба давати було. Не треба було давати. Якщо він їв його тоді, значить він може його їсти. Треба було не давати. Ну не дам сьогодні вечором. Не давай. Хай сидить. Если бы он вообще категорически, он же хорошо поел, да, много поел первый раз. Ты ему и вечером пришел, давал, да? Тоже ел. И днем вот как ты повез, потом вечером давал. И утром сегодня давал, он ел. Сегодня то, что было насыпано, то и осталось. Он утром пахать, он ездил чуть-чуть. Ну, я пришел, да, вот только что. Ничего не ел. Просто жарко, значит, не ел, не надо было. Или Сергеевна, когда она сама была цветы роды? Полыльте мне. Поеду на улицу, ребята. В лифте. Так, стука, и кишки вылетят. Четвертый, господи. На конца не краю. Поехал вверх, теперь вниз. Что это за бред? Аж кишки вылетают, когда останавливаются. Бух-бух-бух. Как резко, бух, знаете, как аж, будто на тарзанке прыгаешь. Ну сейчас дивись, как бух, бух. Ой, три раза. Бухнулось все. Просто Юля с Колей пришла. Это первый этаж, это такой холл большой, это выход на улицу. Большая-большая больница. Что вы сказали, что вы ушли? А, вы ушли? Это вы так ушли? Понятно. Купили мне яйца. Сыри сейчас хотят. Хотят варить. А что тебе заплатится? Да? А. Дошила? Вот это ты дошила? А что ты так не носишь? Короткая? Господи. Чем оно короткое? Чем оно короткое? Ой, как больно, блин. В чайнике можно яйца варить? Он же выключается. Нет, можно, знаешь, как закипело и 4 минуты поставить. Выключится. Можно, знаешь, просто. Можно просто сварить воду и залить. И все. Я не знаю, зачем мне пеленку все. Давай Юля, это яйца вари. Чайники какие-то вообще. Взорвется чайник. Это тебе на завтра. Мысли? Кабачковая колбаса я не буду, сразу говорю. Я химию не ем. Надо, чтобы не есть химию, говорить, что у тебя ничего нету. Они когда спрашивают, ты говоришь, ничего не надо, все есть. Юля, ну у меня все есть, у меня кусок рыбки есть, я и поев перед этим. И в итоге перед вашим приходом. Холодильник и вот такой кусочек рыбы. Ну, Самвел, это просто издевательство над нами. И мы должны бегать в таких условиях, рядом никаких магазинов. Скажи, Коля, ничего. Выискивать еду. Все закрыто. Ну, как так можно относиться, Самвел? Ужас. Ужас, это точно. Давить мне сестру укол колить. Больно. Дайте мне сюда кушать. Юля, дайте мне покушать. Нет, подожди, Самвел, у нас будет техническая пауза, а потом мы покушаем. Что, я не буду кушать, ты будешь кушать? Ви чайник помили? Ви чайник помили? Та йому і корки кабачкові. Вона відкрита вже, давай ложечку бери. На, кушай. Кушай, кушай.
Может, ты садишься за мной? Ты будешь ставить? Давай, я тебе их хочу чуть-чуть. Да, я так чуть-чуть. Нам поисовить. И вот так вот. Нет, очень горячее. Да. Очень горячее. А Юля? Очень... Вот так ложечка. Нет, ты положи его вот так. Очень горячее. Юля, а ты бери. Юль, возьми себе тоже яичко. Когда одно ты скушай. Ты понимаешь, как я буду разливать? Когда? Ага. Ты думаешь, он ну, хорошо. Кстати, ему хорошо как раз вот так есть. Видишь, оно не вкрутую сварено, а так. Ну, а крика сколько было. Боже, боже. Во всех смертных грехах виновата. Тебе, Юля, такое красивое платье. Ну, я папа. Ну, все одно еще скушай, это будет. Колбаску бери. Кушай вот эта и курочка хорошо. И ты что же любишь, Юля? Возьми ложечку, ты что же любишь? Я даю расколь, спасибо. С лавашиком. Быстро даны этот. Вот это что у тебя будет. Вот это пюре будет еще пюре залить. Картофельное. Мелина. Это пюре картофельное. Мелина, да, на этой работе. Скушай еще яйцо. Бери колбаску. Так. Думаю, когда... Кто помнит. Мужика с грушами. Давай мне пакет с грушем 10 килограмм на Мерседесе. Приеду в гости. Ой, болит, падла. Терпи со мной. Сделали укол, сейчас полегче будет.